Я хочу сказать, что у нас какое-то упрощенное понимание митинга, мне кажется, не историческое. А почему митинг только на улице? А вот сколько я знаю митингов, они сами организовывали при остановке работы на предприятии. Значит, рабочие останавливают. Вот 90-е годы было такое. Приостановка, так сказать, работы для того, чтобы... И что там они просто стояли, гудели. А Дмитрий Васильевич Егошин выступал тоже, говорил, товарищи, сейчас происходит. Он что, так сказать, о работе говорил? Это было рабочее собрание. Но это было рабочее собрание только в том смысле, что рабочие там были и на производстве. А повестка дня была самой, что и на есть, политической. И вот на таком митинге, на такой митинг с удовольствием приходят все рабочие, и с удовольствием в нем участвуют. И не надо их куда-то тащить, какие-то закоулки под ОМОН. И на такой митинг ОМОН не приходит, потому что на улице ОМОН – это хозяин. Потому что мы здесь, они, так сказать, не укрытие ничего. А на предприятии хозяева – рабочие. Они знают, где что лежит. И в свое время Дмитрий Васильевич тогда тоже говорил, значит, если будете соваться туда, железа у нас хватит. И вот потом все думали, что хотел сказать Егошин. Я спрашиваю, Дмитрий Васильевич, что хотел сказать? Ну что, ну, действительно железа много, предприятий металлообработки тоже, судостроение, да? Давайте такие митинги проводить. Почему? Вот я не против митинга, но почему все время на улице-то людей выгоняем по дубинке ОМОН? А на предприятии почему не провести митинг? Тем более, что это проводилось. Вы хотите, чтобы получилось освещение? Пожалуйста, у нас тоже было, провели, значит, приостановку работы, выступили, Егошин, а потом телевидение подъезжает, приходит и спрашивает, ну что там было? Рассказываем, мы провели, если доступа нет, ну, средств массовой информации на предприятии, на самом сцене. А если есть, так замечательно, приходите, смотрите. Это очень будет красивая такая картина. Люди в спецовках вместе так твердо себя чувствуют, у своих рабочих мест. Они хорошо там себя чувствуют очень. Да? А если нет, ну тогда мы вам перескажем, что там было. Доведет это все равно до сведения всех. Поэтому вот, если уж и говорить о митингах, не надо их только вот к этому сводить. Что давайте соберем всех старушек, оглашенных, оглаумных, инвалидов и всех вместе и пойдем на улицу. Давайте вот на предприятие митинги проводить. Кстати говоря, в советское время и в революционное время митинги проводили прежде всего на предприятии. И тогда Ленин еще говорил, значит, наши враги, меньшевики и так далее смеются над митингованием рабочих, что сплошная митинговщина. Ну, это идет выработка новой дисциплины. Так где идет-то? В коллективе, а не на улице. А уж когда мы тут помитинговали, можно в конце концов делегировать людей, которые пойдут на улицу, и, как здесь совершенно правильно говорили, пойдут организованные, знающие, сказать, кто будет выступать, следить за порядком и так далее, и так далее. И так далее. Поэтому вот это хорошая штука для продвижения наших идей – митинг. Но только надо понимать, что весь корень силы рабочего класса – это производство. Вот и там можно помитинговать тоже. Чего же плохого? Докеры остановили работу в знак протеста бездействия администрации, чтобы администрация поняла, это последний сигнал перед окончательной остановкой работы.